И всем привет, любители визуальных новелл, и не только. С вами Никетсу Маракайте. В этом видео я хочу рассказать вам, как же получить две секретных концовки под названием... Одна называется «Мир», другая «Звезда». Я сам на самом деле не понимал, типа, как же это все это получить. Но нужно проделать такие вот действия. Достаточно легкие, и вообще это выпадает на рандом. Но вы не бойтесь, у меня лично это выпало быстренько. Так вот. Нужно переходить на рут Лизы, и когда она будет нам выдавать карту, мы нажимаем «Вытянуть карту», и тогда будем узнавать, какая же нам карта выпадет. И вам должна выпасть карта особенная, либо со звездой, либо с миром. Ну, вроде как разработчики засчитали это две отдельных концовки, мир и звезда. Ну, вот и все. Поэтому я все ачивки выбил. Надеюсь, у вас также получится. Видео будет совершенно очень коротким. Я просто пока демонстрирую вам, какие же все-таки концовки. Ого! Карта «Мир»! Бантовская. Это особенная карта, потому что... Да плевать, можно мы просто продолжим? Бесполезно, 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 бесполезно! Ого! Тебе выпала карта «Звезда». Это очень особенная карта. Ведь эта звезда поможет выбить тебе платину. Ух.